Татьяна Демидова. Я работаю приемщиком с датчиком пищевой продукции в конфетном цехе кондитерской фабрики. Мое рабочее утро начинается в 6:30. Я встаю, собираюсь и еду на работу. В мои обязанности входит учет готовой выработки и учет рабочего времени сотрудников нашего цеха. За вчерашний день мы сделали по цеху 25 тонн 449 килограмм. Это составляет 108% ежедневной сменной выработки. На выжимных линиях у нас 106 и 111%, соответственно, по сменам первая и вторая смена. Я всегда прихожу на работу в хорошем настроении, потому что здесь замечательный коллектив, люди добрые, отзывчивые. Моя работа подразумевает собой плотное общение с людьми. Мы общаемся не только на работе, но и после работы. Мы вместе отмечаем дни рождения за чашечкой чая с вкусным тортиком, либо с конфетами, которые же сами производим. Работа ответственная, потому что от этого зависит и зарплата людей, и отгрузки в магазины для того, чтобы наши белорусы смогли купить вкусную продукцию к Новому году. Мне нравится моя работа, потому что она не только ароматна, но она еще и очень вкусная. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.